Ну что ж, дорогие друзья. Гарик, каково тебе узнать в один день, что у тебя есть двойник и кредит на Рено Логан, а? Большое тебе спасибо, Гарик Бульдог Харламов. Но это не мои слова. Это слова проводницы поезда «Отец Москва». Кстати, ты торчишь под стаканники. У тебя был когда-нибудь секс с женщинами старше тебя на 20 лет? Ну, ты их называешь «старуха». Ну, вот эти. Да, вот так. Да, Гарик, не всем нравится твое творчество. А вот стих, например. А лисички взяли спички, подожгли слону яички. Вот так, по-твоему, должен кричать мужчина весной? Но сейчас не об этом. Хочу обратиться к Гарику Мартиросяну. Уважаемый, вы мой. Зачем вам переплачивать Харламову, если можно не доплачивать мне? Но если честно, ну, по правде сказать, я драматический актер одесской киностудии имени Довженко. Но этим хуй заработаешь.